За ночь вода в районе частного сектора на Красной речке поднялась на 12 сантиметров и продолжает прибывать. Затопило уже тех, чьи дома находятся на возвышенности. Часть людей перебралась на крыши, остальные живут в буквальном смысле на улице, до которой вода пока не добралась. Репортаж Ирины Луцковской. Путь домой. Николаю надо кормить кур. Семью отвез к родственникам. Сам взял отпуск. Караулить имущество. От черной воды чернеют мысли. В зиму Ульяновы остаются без крыши над головой. Считаю, осталось 2 месяца. За 2 месяца нереально ничего сделать. Просто нереально. Не высушить его. Ничего. Тем более тут он... Говноте, вон нефть плавает. В доме, который уже по окнам в воде, нет чердака. Тем, кому повезло обладать этим ценным сейчас недвижимым имуществом, перебрались на крыши. Николай поставил блокпост на въезде в родной переулок. Здесь и живет. По вечерам, как привык, новости, горячий чай. Отсюда он не уйдет. Уверен, иначе мародеры унесут то, что вода не унесла. Океан не уплыл в океан. Видно, акционерное общество «Родина» не позволило. Здесь, в частном секторе, людей кормит земля. У каждого есть огороды. Вернее, были. Любовь Алексеевна в тяжелых раздумьях. Чем кормить семью? Вот наше подполье. Полное воды. Там все заготовки. Виктор свой дом у стихии не отстоял. Выбрасывать после схода воды придется многое. Стиральная машинка, мебель. Ну, там уже просто... Перевозить на лодке это было уже нереально, тем более это все находилось уже под водой. Пострадавшие, думая о восстановлении жилья, надеются только на свои силы. Цена вопроса для людей огромна. Дома нужно будет просушить. Мебель, бытовую технику, одежду, домашнюю утварь купить. Гражданская позиция каждого из нас – помочь пострадавшим после того, как будет снят режим ЧС. В Америке после торнадо муниципалитеты арендуют ангары. Куда те, кого ЧП не коснулось, привозят мебель, вещи, а пострадавшие все это разбирают. Одни делают доброе дело, используя это как повод купить все поновее, другие получают неоценимую помощь. Эта идея, если местные власти готовы ее принять, спасет каждого, кто потерял на потопе все, что было нажито. Ирина Луцковская, Константин Крутиков, Вести, Хабаровск.